Свиточ. Пион Василия Федоровича Горобца, селекции 1989 года. Сорт получен от скрещивания лактифлоры Эдулиса Супербы с Томасом Липтоном. Махровый, розовидный пион. Такой яркий, малиново-красный цвет. Диаметр цветка от 16 до 18 сантиметров. Высота куста 70-80 сантиметров. Стебли тонкие, но прочные. Хорошо держатся. Компактный куст. Очень приятный аромат. Ну, такое среднераннее цветение у этого пиона. Пион замечательный, всегда обильно цветущий. Такими вот шапками. Есть боковые бутоны, но их очень мало.